Даша, Никита и Аня старательно выводят каждый штрих. Дети участвуют в творческом конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вашим подвигом. Даже маленькая Аня понимает, как много их рисунки будут значить. Ведь все они отправятся к бабушкам и дедушкам. А внимание для ветеранов сейчас – ценный ресурс. О конкурсе Алякина узнали из соцсетей. Не раздумывая, решили принять участие. Мне понравилась мамина идея участвовать в конкурсе, и хочу, чтобы наши рисунки попали к ветеранам. Конкурс проводится при поддержке общественников и волонтеров округа. Присылать работы можно с 27 апреля по 5 мая на почту, адрес которой вы видите на экране. Красоту, что нам дарит природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой войны. За то, что есть у нас сейчас, за каждый наш счастливый час. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат в честь нашей отчизны, в честь наших солдат. С праздником! Екатерина Тулупова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».